Но начнем, конечно, с главной политической новости. Сегодня президент Владимир Путин принял отставку Виктора Назарова с поста губернатора Омской области. Это сообщение размещено на официальном сайте Кремля. Виктор Назаров работал главой региона с мая 2012 года, когда в отставку ушел прежний руководитель Леонид Полежаев. Два года назад, летом 2015 года, Назаров досрочно сложил с себя полномочия и в сентябре того же года выиграл губернаторские выборы, набрав более 60% голосов избирателей. Временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Владимир Путин назначил Александра Буркова. Для нас это новый человек. Ранее он руководил Свердловским отделением партии «Справедливая Россия». Буркову 50 лет, по специальности теплоэнергетик. В начале 90-х работал в Центре экономических реформ при правительстве России, затем депутатом Свердловской думы, позже в правительстве области. А в 99-м году участвовал в выборах губернатора Свердловской области, вышел во второй тур, где проиграл. В 2007 году вошел в партию «Справедливая Россия», с которой дважды побеждал на выборах в Госдуму. При этом отделение партии в 2011 году показало один из лучших результатов по всей России. Справоросы взяли 30 с лишним процентов на выборах в законодательное собрание и более 27% на выборах в Государственную Думу, набрав больше голосов, чем правящая партия «Единая Россия». Указ о назначении вступил в силу сегодня в 17 часов 40 минут по омскому времени.